Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Спасибо, что тыкнули на мое видео и заглянули. Мне очень приятно. Сегодня у нас с вами салат из крабовых палочек моего собственного производства. Получилось очень-очень вкусно. Отварила рис. Правда, риса получилось отварить чуть больше, чем надо. Но ничего, на ужин я буду кушать рис. И здесь у нас огромная клубника. Специально отбирала в супермаркете. В супермаркетах это очень удобно. То есть, если ты идешь на рынок, ты там выбирать не можешь. Что тебе дадут, то ты и возьмешь. Но зато в супермаркетах где-то в два раза дороже. Ну да ладно, ходить никуда не надо. В общем, такие вот дела. Вчера на мукбанке я вам рассказывала, что вчера я иду смотреть квартиру. И не буду томить, сразу скажу вам, что ничего не получилось. Обычно я специально заранее не говорю о таких ситуациях, что я иду что-то смотреть, чтобы потом в конце не получилось, опять получается просто пробалаболило. Ну, в общем, в чем суть? Мы договорились в 6. Хозяина квартиры не было. Был какой-то его знакомый, но мне кажется, что это был риэлтор. Потому что я сказала изначально, что я хочу купить без риэлтора, чтобы дополнительные денежки не платить. Ну, в общем, во-первых, здание еще строится. Во дворе ничего не готово. Лифты пока что не работают. Вовсю идет стройка, это все понятное дело. Но людей, которые там живут, по-моему, нету. Ну это ладно, это фигня. Изначально мне сказали, что окна квартиры смотрят во двор. Но они не уточнили, в чей двор. Знаете, такая картина? Мой балкон. И наполовину моего балкона загораждает здание, которое только строится. То есть где-то в 10 метрах от меня сосед будет. Пока что только строит здание. То есть мой балкон чисто будет смотреть на соседнее здание, которое полностью закрывает мне обзор вообще на все. Причем это не сквозная квартира, это однушка, у которой один балкон и одно окно. И этот один балкон и одно окно будет смотреть на соседнее здание, которое строится передо мной. Ладно бы оно строилось еще на расстоянии от меня. Я спокойно, если возьму яблоко или камень, кину. С легкостью, без труда могу попасть в стекло соседом. То есть настолько близко. Но это фигня. Я пошла специально со своим двоюродным братом. Начала считать квадраты. Большая комната 21 квадрат. Кухня 17. Потом, когда начала считать холл, на прихожку, в проекте было написано, что там 10 квадрат, на самом деле там 7 квадрат, туалет, ванная, 5,5 квадрат было написано, на самом деле там 5 квадрат. Ну все, да ладно.
в этих делах, так как квадратов на самом деле намного меньше, можно договориться. Это не беда. Самый главный минус появился потом. Я сказала своему двоюродному брату, что давай спустимся вниз. Конечно, он заинтересованное лицо, человек, который нам показывает квартиру. Он, естественно, скажет только про плюсы. И мы решили спуститься вниз. Там есть комендант. Очень хороший, добрый мужик. Спросили у него про то, что будет центральное отопление или комби. Я бы хотела, конечно, центральное отопление, чтобы не заморачиваться. Это очень удобно, пусть даже чуть дороже буду платить коммунальные услуги, но это удобно. И еще комендант сказал одну очень интересную вещь, которая все перечеркнула. И хорошо, что мы к нему подошли и это все дело спросили. Потому что все остальные минусы можно было как-то обговорить и как-то найти общий язык. Я спросила у коменданта. Так как двор совсем маленький, я говорю, а есть ли гараж здесь? Он сказал, да. Есть гараж, мест много, но вы из какого блока собираетесь квартиру покупать? Я говорю, вот из того. И он говорит, вы знаете, вот как раз в том блоке у вас сосед снизу, как раз, кстати, ваш сосед, он купил еще весь паркинг. Я так посмотрела. Во дворе места нету, правильно. Там вообще, там только площадку можно поставить и все. Если мой паркинг купил мой сосед снизу полностью, я не знаю, что он там собрался делать, аквадискотеку или что там будет. Но в любом случае, к сожалению, факт остается фактом. Что он там собрался делать, это его личное дело, но факт остается фактом, что он купил весь паркинг. Другой вопрос заключается в том, что а вдруг, например, у меня есть деньги, я хочу купить подъезд. А что делать всем остальным соседям? То есть это как-то нелогично. Зачем я это вам рассказываю? Возможно, среди моих подписчиков есть тоже люди, которые сейчас смотрят квартиру, что-то подбирают, там думают, присматриваются. Тысячу раз подумайте. Вот прикиньте, я этот вопрос бы не задала коменданту, я бы не узнала про это, взяла бы, купила квартиру, а потом столкнулась с такой проблемой. Мой двоюродный брат говорит, какой-то чокнутый сосед. Но я считаю, что нет, не чокнутый. Если он это покупает, значит, кто-то ему это продает. Это скорее, мне кажется, вина именно строительной компании, которая продает весь паркинг одному человеку. Я не знаю, что он там собрался делать. Видимо, у него столько машин, или может там бассейн будет. Не знаю. Я тут измеряю, понимаете, этой рулеткой однокомнатную квартиру и думаю, сколько же здесь квадрат, а люди себе паркинги покупают, господи. Но у меня не черная зависть, у меня белая зависть. Дай бог, у нас с вами тоже будут такие возможности, чтобы мы могли паркинг купить. Но если честно, если бы даже у меня была бы возможность, я бы не стала это делать, ну да ладно. Естественно, вот этот мужчина, который нам показывал квартиру, он говорил, что в этом МТК очень дорого стоит квадрат. А они продают так бюджетно. Всего почти за 3 ляма.
квадратов было 58 квадрат. И обходилась эта красота мне в 58 тысяч манат. То есть 1000 мат за квадрат. В принципе, это не так уж бюджетно, учитывая все эти минусы. То есть я бы не сказала, что он за бесценок отдает эту квартиру. Но, понятное дело, ему тоже невыгодно за бесценок отдавать. Поэтому, мои хорошие, обязательно подходите к комендантам, слушайте их версии. А потом, когда я ушла, мы уже приехали домой к двоюродному брату, сидели, болтали о том, о сём. Я просто, знаете, что еще подумала? Сначала я не обратила внимания, но потом я как бы немножко раскинула мозгами. И поняла, что там есть еще один минус. Мои окна смотрят на ресторан. Ресторан, в котором делают свадьбы. А как вы знаете, сейчас не сезон всех этих свадеб. Ну как не сезон? Во-первых, сейчас Рамазан. Во-вторых, сейчас коронавирус. В-третьих, сейчас май. В мае обычно в Азербайджане не делают свадьбы, не знаю почему. Типа примета плохая. Ну да ладно. И вот представьте, в этом ресторане будут свадьбы. А я живу на третьем этаже. Это почти второй этаж. То есть это все будет слышно, как будто у меня дома. У нас здесь внизу есть один ресторан, и это не ресторан для свадеб, это просто ресторан на свежем воздухе. Иногда там, например, поют, и такое ощущение, что у меня в квартире поют. А вы представьте, какая слышимость будет, если это будет ресторан для свадеб. Это там такая лезгинка, да, подруб, да, подруб, да, подруб, яйка такая видео снимает. В общем. Мне очень понравился проект. Проект действительно очень хороший, очень удачный. Как сказал мой двоюродный брат, не стоит в твоем положении, сломя голову, бежать и покупать эту квартиру. Я не снимаю, я никому ничего не плачу. То есть, если я квартиру куплю на полгода раньше или на полгода позже, для меня это никак погоду не сделает. Поэтому я решила не торопиться, оставить это все дело. Буду смотреть, присматривать варианты, но торопиться точно не буду. Я поела, наелась, было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите ваши комментарии, не забывайте подписываться. Всем пока!